Во Франции погиб известный экстремал Танкред Меле. Он прославился полетами среди скал в специальном костюме, так называемом «Винг-сьюте», и прыжками с парашютом с небоскребов. Но его фирменным трюком было похождение по канату на большой высоте, в том числе между воздушными шарами. Во время подготовки очередного такого номера произошла трагедия. Один из аэростатов неожиданно стал подниматься в воздух. Мужчина ухватился за край корзины, но удержать ее не смог. В итоге на высоте около 30 метров спортсмен сорвался. Страховки в тот момент у него не было.